BMW M3 первого поколения. Модель с индексом E30 является началом истории легендарного спорткара, а также самого успешного болида класса туринг всех времен. Короче, потихоньку каркас варится, весь процесс Кирилл не снял, а я ждать не мог, поэтому я потихоньку это все делал. Взяли трубогиб, погнули трубу, погнул я сам. Вот основное мы сварили, каркас не по приложению Джей, как по последнему, а именно по тому, как все это было вот в 80-х годах, именно на М3 DTM. Там было много версий, у нас будет самая простая, так как нам нужно сделать минимально допустимый вес. Короче, нам надо очень легкая тачка, при этом на каркасе. Поэтому сейчас я вам покажу, что мы здесь наделали. Опустили специально вниз каркас, чтобы можно было проварить. Вырезаются дырки. Машина была предварительно у прошлого хозяина вся обработана этой шумо-виброизоляцией. Нам это не нужна фишка, поэтому мы будем это все вот... Кстати, это заводская еще кусочек. Это все нужно будет снять. Это, наверное, самое трудное, что по этой машине нужно вообще сделать. Так как оно практически не хочет слазить. И вот так вот помаленечку надо это все выскалупывать. Да, это жесть. Ковшец, оп, приехал, бимарка Кобра, сварил под него крепежики, и сейчас вот будем подгонять уже трубу, чтобы она правильно проходила здесь, правильно посадку. Оп, сейчас я покажу, как у нас получилось здесь сидеть. Берем руль, все замотал предварительно плексом, чтобы мы это все не подзагандонили. Вот такая вот у нас посадка, то есть немножко близковато мы сидим, но это так правильно сидеть, так как легче будет рулить. И нога у нас должна быть согнутая при полном выжиме сцепления. Кулиса, все под рукой, ручник. Здесь будет выключатель массы. Вот такой вот движ. Сейчас мы подгоняем боковые трубы, обвариваем все, прикрепляемся уже к кузову, привариваем каркас и начинаем варить вот эти всякие мелкие рыжики, которые здесь по кузову присутствуют. Вставили, подрезали трубу, у нас получается она проходит как раз не задевая каркас. То есть боковая защита у нас какая-никакая будет, плюс жесткость. Короче, ребята, обвес оказался слишком широкий под наш конфиг, поэтому мы сделали заужение, расширение. Блин, ну такого, наверное, никто еще не делал и не будет делать. Распилили, подогнули, так как нам надо, склеили с той стороны переднее крыло, заднее. Вот поснимаю, как оно у нас получилось в сравнении с крылом, которое широкое изначально.
Не спрашивайте, почему я изначально не купил узкие крылья, то есть обычные М3. Я их не купил, потому что у меня их не было просто, а эти я делаю сам. То есть, если вам нужно очень широкое расширение под дрифт, там, или если вы там стейнсер какой-то непонятный, короче, пишите, ссылочки будут в описании, я вам сделаю весь пластик, все будет очень качественно. Потом задняя крышка вот эта вот. А, кстати, все это крепится стык в стык вместо стандартного металлического крыла. Задняя рамка уже присверлена, сейчас будем размечать ее, тоже приклеивать. И багажник. Сюда становится. Ну, вот так вот оно все примерно и будет. Вот так вот, вот такой вот какой-то большой зазор, я смотрел в музее, в принципе, так же само. Все точно так же. Так, что мы тут еще сделали? Значит, я сварил под аккум площадочку. Сейчас мы выберем место, куда мы его поставим. То аккум у нас будет сзади стоять. Провод для переноса с 39-ки тоже купил. Кстати, газик у нас останется, у нас будет гоночка на хасике, да. Что еще? А, вы видели, я в начале ролика сказал, что у нас будет 520 реализовано путем проставок перехода. Это сейчас так есть, но в, так скажем, аппетит приходит во время еды. Мы решили, что на этой тачке мы своим ходом поедем на Нордшляйфе в Германию покататься уже этой весной. Поэтому нам надо крутые большие тормоза и какая-то крутая ходовка. Наверное, это будет все-таки 36-я ходовка. Поэтому проставки и родную всю ходовку, которая оригинальная, практически без пробега ходовка, она будет тоже, это все будет продаваться. И поставим какую-то 36-ю, какие-то кайловеры, но не супер жесткие, а такие, короче, компромиссные. Так что, если кому-то что-то надо, тоже можете мне писать. Поговорим по поводу родных пружин, родных амортизаторов. Так, мы вот предварительно прикрутили, примерили, подогнали вот эту вот заднюю рамку. Сейчас мы это все обвели, так как контур есть. Снимаем ее. Берем наждачку 80-ку. И там, где у нас будет проклеено герметиком, вот это все мы чухаем, делаем риску и наносим кузовной герметик. Кузовной герметик мы используем АПП. Сейчас, кстати, покажу. Короче, вот такой герметик. Я всем советую, кто будет клеить этот обвес. Это не реклама, нам АПП бабок не дали, блин. Но, в принципе, нормальный герметик. Так, наждачечка. Так, еще одна примерочка. Перед тем, как клеить. Оп. А клеить мы уже будем в следующей серии.